Раз, два, три. Мы осмотрели эту клинику, зашли, внутри побывали. Это очень такая современная лаборатория, которая позволит нам даже в самых отдаленных уголках нашей страны с помощью выезда на эти места своевременно выявлять нынешние современные инфекционные инфекции, там, вирусы, чтобы начать своевременное лечение, профилактику. Мобильные клиники, они являются очень инновационным подходом, который позволяет создать низкопороговые услуги для не только представителей ключевых групп населения, но в том числе мигрантов, лиц, живущих в отдаленных районах, там, где обычные услуги бывают недоступны. Особенно в рамках пандемии коронавируса становится очевидным, что необходимо доставить медицинские услуги туда, где люди в этом больше всего нуждаются.